Вы реализовали ему алкогольную продукцию в закрытой таре после 17:00 часов. А у нас пив-бар, я думал, он здесь будет. А почему вы не открываете? Если человек сказал попозже. Мужчина за прилавком факт продажи не отрицает, как и то, что бутылку пива он не открыл, хотя сделать это обязан по закону. Объясняет, думал, что покупатель будет пить здесь, а тот ушел. Согреться спиртным в холодный воскресный вечер можно только в самом баре. Продажа на вынос запрещена. Это правило и нарушили в заведении на улице Дзержинского, 20. В администрацию очень много поступает жалоб от жителей близлежащих домов по поводу того, что здесь осуществляется продажа алкогольной продукции в неустановленное время. Также то, что много людей выходит, устраивает под окнами мусор. Хозяин бара от комментариев отказался, но без камер уверял, его заведение местным жителям не мешает и жалоб никто не писал. Мы решили узнать, так ли это на самом деле. Как и все жители, я отношусь к этому отрицательно, потому что я считаю, что недопустимо вообще делать в жилых домах. Это мешает людям. А вы обращались, писали куда-нибудь? Лично я нет, но слышал неоднократно, что вот бабушки местные частенько этим занимались. Бар зарегистрирован на индивидуального предпринимателя. За нарушение правил продажи алкоголя ему грозит штраф 7000 рублей. Всем, кто знает о подобных нарушениях, правоохранители советуют не молчать, а звонить по телефону доверия, который вы видите на экране. Валерия Макарова, Константин Головин. События.